Бывший депутат городского совета Павел Ростовцев сегодня официально приступил к работе на новой должности. Теперь он исполняет обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Буквально несколько часов назад состоялось его знакомство с другими членами правительства. Как признался экс-депутат и титулованный биатлонист, вопрос о его возможном переходе на другую работу обсуждался с весны. Конкретный разговор с исполняющим обязанности губернатора Иркутской области состоялся в середине июня. Решение он принял сразу, напомню, после раскола в городском совете. Несколько политологов пророчили Ростовцеву место председателя, но на это кресло, уверяет сам экс-депутат, никаких планов у него не было. Я не знаю, кто пророчил мне место председателя. Это вопрос вообще никак у меня не рассматривался. Тем более все те события, которые происходили в последнем месяце в городском совете, они шли параллельно. Они никак не связаны на мое решение изменения места жительства и трудоустройства. Я понимал, что в конце июня, в начале июля я покину Красноярский край.